Книга «Открытым оком», том 2. Вопрос 697. Тема «Смерть». После смерти на человеке остается какая-то одежда или нет? Или человек там вообще голый? А то ведь ему там и с родственниками придется встречаться, и с другими людьми. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Быть одетым или раздетым после смерти и в какую одежду зависит только от самого человека. Одежда дается ему в крещении и от добрых дел. Послание Галатам 3:27. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Колоссянам 3:14. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Откровение 19:8. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Откровение 3:18. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. 2 Коринфянам 5:3. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Откровение 16:15. Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. Матфея 22:11. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Стихотворение «Смерти», том 1, Москва, 1948 год, страница 270. Не приходи в часы волнений, сердечных бурь и мятежей, когда душа огнем мучений сгорает в пламени страстей, когда внушением духа злого, как низкий раб, послушен ум, и ничего в нем нет святого, и много-много грешных дум. Закон озлобленного рока, смерть надо мной останови, и в черном рубище порока меня на небо не зови. Не приходи тогда накинуть оков тяжелых на меня, мне будет жалко мир покинуть, и робко небо встречу я. Приди ко мне в часы забвения и о страстях, и о земле, когда святое вдохновение горит в душе, в груди и на челе. Когда я, дум великих полный, безгрешен сердцем и душой, и бурной суетности волны меня от жизни неземной увлечь не в силах за собой. Когда я мыслью улетаю в обители к горнему царю, когда пою, когда мечтаю, когда молитву говорю, я близок к небу, смерти время, нетруден будет переход, душа, покинув жизни бремя, без страха в небо перейдет. Некрасов, Н.А.